Следует ли женщине как мужу одеваться? Следует ли женщине тратить в битвах дни? Следует ли женщине девицей оставаться? Следует ли женщине жить среди солдатни? Нет, 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 такова наша вера. Следует ли женщине путаться у трона? Следует ли женщине осквернять корону? Следует ли женщине так менять личину? Следует ли женщине унижать мужчину? Нет, 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 такова наша вера. Следует ли женщине нежно быть в постели? Следует ли женщине рваться под венец? Следует ли женщине петь у колыбели? А следует ли женщине стать с мадам Дерес? Да, 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 такова. Может к этой женщине просто стать суровей? Может этой женщине чувства не даны? Может эта женщина просто жаждет крови? Может эта женщина семя сатаны? Да, 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 такова наша вера. Спаси смиренно молим. Молящих и зовущих, пришла на берег.
праведный Божий сил. Я же звал, я тебя просил. Почему у тех, кто верит, ни на что не хватает сил? Без нее мир похож на склеп. Что мне кровь твоя, что твой хлеб? Отчего же, Боже правый, ты так мстительный, как след? О, живый Бог человечьих стад, сам твой вид источает я. Будь она хоть трижды ведьма, вслед за ней я пошел бы в ад. Но ты иначе поступил, взял ее, а меня простил. Я отныне твой противник, если только достанет сил. Боже мой, как ее спасти? Сердце льется в тельцов горсти. Отчего у тех, кто верит, так и злились пути? Боже мой, я скажу с ума. Голос церкви, голос народа, выбор мой, не вина моя. Человечья душа черна, никому не найти до дна. Между ней и градом Божьим нескончаемая война.